В аварии на трассе Екатеринбург-Челябинск погибло 4 человека, среди них 7-летняя девочка. Водитель УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Подробности в репортаже. Удар был такой силы, что всех пассажиров и водителя буквально выбросило из УАЗа. Двое человек погибли на месте. В больницу в состоянии комы госпитализировали мужчину, но врачи спасти его жизнь не смогли. Также на скорой увезли двух девочек 7 и 5 лет. Старшая из них скончалась по пути в медучреждение. Как выяснили полицейские, никто из пассажиров внедорожника не был пристегнут, а дети ехали без автокресел. Кроме того, на УАЗе была летняя резина. Поэтому неудивительно, что на заснеженной трассе водитель мог потерять управление. Машина вылетела на встречную полосу и залетела под КамАЗ. А это кадры ДТП на пересечении Свердловского проспекта и улицы Куйбышева. 43-летний водитель на Део начал движение и выехал на перекресток на зеленый сигнал. В этот момент получил удар с левой стороны от Hyundai. Так вот и получается. От удара машина отбросила в разные стороны. Водитель Део госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Еще двое человек получили ссадины и ушибы. Кто прав, а кто виноват, устанавливают сотрудники ГИБДД. А в районе Залесья две легковушки сошлись в лобовом столкновении на крутом повороте. Вот ВАЗ 10-й модели плавно повторяет изгиб дороги. По встречке на скорости едет белая легковушка. Водитель иномарки, видимо, не был готов к повороту и не сбавил скорость. Татьяна Морозова, 31 канал.